Всем привет, и сегодня мы проверяем миф трубочки в соке. Распаковываем, поставим трубочку и посмотрим, каким концом можно ее всунуть. Многие говорят, что если острый, значит этим пробивать. Ну, я попробую пробить и обычно. Оп, без проблем. Теперь мы опускаем трубочку, как показано на картинке. Я считаю, что разницы какой нету, трубочка у нас утонула. Я взял еще одну, более маленькую коробочку. Вставляем, опускаем. Опять упирается, может провалиться. Ну-ка. В общем, считаю, это чисто миф, чисто фан, и оно так не работает. Плюс есть статья, где именно запатентовано, как должна вставляться трубочка. Вот это вот вариант все-таки неправильный. Проверяем. А вывод очень простой. Пить нужно так, как мы привыкли. Вообще можно просто отрезать эти ушки по бокам. Зубами надо грызть и высосать. Шутка, конечно.